Во второй раз проведут международный литературный фестиваль в Одессе. Директор этого мероприятия в Берлине Ульрих Шрайбер хочет сделать наш город более знаменитым игроком на европейском культурном пространстве. Уже в сентябре начнется 4-дневная интернациональная программа. Более 40 авторов из 18 стран мира. Появятся и новые секции «Будущее Одессы» и «Жизнь у моря». Говоря о теме будущей Одессы, хочется отметить, что будут многие архитекторы, урбанисты и авторы не только из Украины, которые приедут в Одессу, чтобы говорить именно о будущем нашего города и том, как происходят подобные события в Германии. Программа фестиваля основана на литературных чтениях и дискуссиях. Будут подниматься актуальные политические, социальные и культурные темы. Также особое внимание будут уделять работе с детьми и молодым читателям. Принять участие в таком литературном буме можно будет с 28 сентября по 1 октября. Уже традиционно чтения будут проходить в терминале 42, литературном музее и в Одесском кукольном театре.